Добрый день. Я сегодня хочу поговорить о тех процессах, которые пока публике, широкой публике незаметны, но которые могут привести к тому, что ситуация в городе Владивостоке и вообще Приморском крае очень сильно поменяется. Дело в том, что любая власть, и муниципальная, и региональная, даже государственная, она бы хотела чем-то управлять. И вот какое-то время назад, еще, может быть, лет 15-20, умные люди в нашем городе понимали, что для развития Владивостока нужно его укрупнение, и возникали разные проекты с этим связаны. Один из таких проектов назывался «Большой Владивосток», а спустя лет, наверное, 15, почти этот же проект появился уже в виде создания городской агломерации «Владивосток». Здесь самое интересное в том, что под эту агломерацию часть полномочий, но очень важных, от муниципалитетов, которые в эту агломерацию входят, это и Владивосток, и Надеждинский район, и Шкотовский, и ряд других, были переданы на краевой уровень. И это случилось буквально несколько лет назад. Мы думали, что в самом деле это будет толчком для развития Юго-Дальнего Востока, Юго-Приморского края, это агломерация. Но потом так получилось, что и наша федеральная власть вспомнила, что есть Владивосток, что его нужно развивать. И был принят закон о свободном порте Владивосток, так называемый Порто Франко, потом законы, которые называются законами о территориях опережающего развития. И получилось, честно говоря, черти что, потому что муниципальное законодательство, федеральное законодательство, региональное законодательство друг другу стали мешать. И буквально в минувшем году суд Приморского края, краевой суд, в мае сначала решил, что депутаты краевого уровня поторопились, передавая полномочия от муниципалитетов на край. Потом в декабре, если не ошибаюсь, Верховный суд это решение подтвердил. И буквально в конце января этого года уже сами краевые депутаты решили, что да, нужно часть полномочий назад вернуть. Вот то, что я вам говорю, вам кажется не очень понятно, но на самом деле я хочу в этом разобраться, потому что здесь есть о чем поговорить. Для того, чтобы понять, что здесь важного для нас, для всех, что здесь актуального, я позвал двух человек, которые, как мне кажется, вот на своей шкуре будет неправильно сказано, но вот своей судьбой это будет высокопарно, но они знают, о чем я говорю, потому что они пытались сделать в рамках того или иного законодательства. Я рад представить Дмитрия Юрьевича Алексеева. Это директор группы ДНС, человек, который, может, вам больше известен как создатель школы робототехники, который проводит разные манипуляции с нашими детьми, чтобы они вырастали умными, толковыми и образованными. И очень мною любимый Александр Григорьевич Юртаев, депутат Думы города Владивостока, который в свое время оказался одним из инициаторов. А вот чего он скажет сам? Итак, я хочу начать, наверное, Дмитрий Юрьевич, с вас. Вы как-то упоминали, что попытались воспользоваться нашим законодательством и обратились в Центр привлечения инвестиций, который создан при администрации Приморского края, с тем, чтобы она вам выделила землю под один очень интересный проект. Расскажите, пожалуйста. Ну, действительно, при администрации края есть такое агентство по привлечению инвестиций. Очень славное агентство, с хорошими зарплатами там люди, молодцы. Ну, на самом деле, я думаю, что это вполне хорошее начинание. Ничего в этом плохом нет. Когда я говорю о начинаниях, извините, я вас перебью, мне хотел... А результат? Результат? Вопрос только в том, а что хотеть видеть в качестве результата. А вот на вашем примере, давайте. Смотрите, ну, я думаю, что мой пример еще все-таки до конца не состоялся. Ну, пока процесс идет. В процессе, да. Нельзя сказать, что он не идет совсем. В принципе, хочу сказать, что... Ну, вообще идея этого агентства заключается в том, чтобы сделать некое одно окно, куда инвестор, который хочет инвестировать в Приморском крае, должен обратиться и получить всестороннюю помощь. И вообще идея здравая, на самом деле. Конечно. Наверное. Вся проблема только в том, что если как бы благие начинания останутся начинаниями, то это просто превратится в то, что будет и еще одно окно. То есть просто сделать агентство, но не наделить его реальными полномочиями, это будет, конечно, просто и еще одно окно, которое будет просто передавать бумажки в другое окно. Вот мне кажется, что сейчас у агентства чувствуется проблема в том, что при, в общем-то, хорошем начинании каких-то реальных полномочий и реальных рычагов для того, чтобы влиять на ситуацию, недостаточно много. И они сейчас увлекаются слишком сильно такой темой, как создание, что ли, самой вот идеи привлечения инвестиций. То есть это сама идея сама по себе, созданием условий, да, знаете, как это.
Честно говоря, я не знаю. Вот, ну, это отдельный разговор, потому что нельзя в стране создать анклав, где были бы другие условия для привлечения инвестиций, чем во всей стране. Но это отдельная тема. Вот у вас... вообще считаю, что это как, идея с созданием условий по, и с привлечением инвестиций, она не совсем как бы правильная, потому что ну, надо не привлекать инвестиции, а заниматься конкретными там делами, да. А привлечение инвестиций — это только один из форм того, чтобы двинуть процесс вперед. То есть нужно развивать край, нужно развивать город, и свет клином на привлечение инвестиций не сошелся. В чем была ваша идея, Дмитрий? Тем более на создание условий для бизнеса. Это тоже такая тема. Да. Чтобы просто популярно. Публика поняла. Значит, вы предложили идею. Нет, я пошел просто, ну, вот как. Как простой человек. Да, не в окно, да, не какими-то там окольными путями, да, а просто как... мы сформировали бизнес-план. Бизнес-план предназначал то, что у нас в городе Владивостоке плохо представлен такой продукт на рынке, как инфраструктура для бэк-офисов. Сейчас попробую объяснить, что это такое. Да, бэк-офисы, да, фронт-офисы, да, что это? Бэк-офис. С точки зрения, грубо говоря, работы компании, можно ее рассматривать как на работу с клиентом, это называется фронт-офис, да, там, где вы непосредственно общаетесь с клиентом. Это представительский офис. Это центр города обычно. Да, обычно выбираются какие-то центры города, там деловые районы и так далее. А есть такое понятие, как бэк-офис, где... происходит работа, которая не связана напрямую с общением с клиентом, но в то же время это зачастую сейчас основное место, где создается добавленная стоимость. Это центры разработки, это программисты сидят, электронщики, дизайн, такие пласты работ, как, например, колл-центры, ну, вот там, ну, да. Из банальных примеров. То есть это такое цеха 21 века, как я их называю. Вот у нас такого продукта на рынке нету. То есть мы это знаем по себе, да, как компания ДНС. Я общаюсь, опять же, с другими предпринимателями. Это не обязательно должен быть центр города, это должно быть просто удобное место, куда можно подъехать. Да. А вы именно просили вам место, да? То есть деньги у вас, вы инвестор. Мне даже больше хотелось, да, мы инвесторы, то есть денег не просили, ничего не просили. Дайте нам место, где расположить, да, где построить. И даже, понимаете, как... Построить или дайте нам готовое здание? Построить. Построить. Дайте нам земли под построительство. Так. Проблема даже скорее в том, что хочется иметь место, которое бы органично вписывалось в городскую среду. То есть, понимаете, проблема в чем? Что город — это сложный организм, в котором сочетаются должны хорошо общественный и частный Понятно. Капитал, частные блага. То есть, правильно я понимаю, блага. Что вы думали, что в этом агентстве сидят специалисты, которые все это знают, где что у них по плану должно развиваться, и они вам предложат именно то место, где они уже сами думали, должны быть вот такие предприятия гуманитарные, которые вот вы хотели создать. Знаете, в идеале вообще, мне кажется, что у города, да, но сейчас это полномочия во многом перекочевали на уровень субъекта федерации, по идее должна быть какая-то проактивная позиция, да, которая бы толкала бы развитие города. Например, вот есть территории, которые должны застраиваться. Зона, да, зеленое строительство, зеленое, жилья. Вот здесь должны быть парки, здесь должны быть офисы, здесь должно быть рыбалка. Производство. Да. Так. И постоянно это дело нужно как-то поддерживать, чтобы существовал как бы рынок этих предложений. Да? Потому что инвестору, по большому счету, ну, если мы говорим о инвестициях, нужно не какие-то абстрактные условия, а конкретные места, куда можно, ну, вложить деньги. Вот, например, вот мы один из таких инвесторов. Да. Мы хотим вложить деньги. Пришли люди с деньгами, так? Ну, есть нормальное окно, да, которое называется... И что в результате сейчас у вас на данный момент? Ну, я бы так сказал, что не все делается быстро. Подождите, и, в принципе, какие-то предложения вы получили уже? Да. Сказали, что вам здесь, да. Здесь и здесь. Да. Вас это не устроило? Было несколько предложений, ну, в общем-то, да. А почему не устроило? Коротко-коротко. Коротко, эти территории, которые предлагались, ну, они, мягко говоря, не сильно подходят под офисные. То, что вы хотели. Да. Дмитрий, все, вы хорошо только буду говорить с вами. Просто вот это один из примеров того, когда попытка создать структуры, которые должны нами руководить, приводит к тому, что эти структуры на самом деле, вот они хорошо называются, в них сидят достойные люди, специалисты с хорошими окладами. Но на самом деле...
Они не делают того, что хочет человек, который к ним обращается. Я правильно понимаю? Ну, мне вообще не нравится слово «руководить». Мы все-таки структуры должны не руководить, да ладно, а помогать, направлять и организовывать. Ведь дело в том, что когда... Вот я почему начал с этого закона. Дело в том, что сначала на уровень края передали всю градостроительную деятельность, все управление, распоряжение земельными участками и даже рекламную деятельность. Я вот коснусь вот последнего пункта — рекламная деятельность. Дело в том, что, допустим, в департаменте внутренней политики администрации края, ну, там большая структура, там тоже есть отдел, который занимается рекламной деятельностью. И вот потом было по этому распоряжению, по этому закону создано еще предприятие краевое, там государственное унитарное, со своим штатом, которое в год потребляет 13 миллионов бюджетных денег, которое тоже должно заниматься рекламной деятельностью, нужно на территории там Владивостока, Находки и прилежащих этих сам, вернее, Надеждинского района. В чем смысл этого дублирования? Я думаю, что большого нет. Но это очень простое. И вот ваш пример показывает то, что, наверное, и эта структура не очень хорошо работает. И я, честно говоря, начинаю думать, что, может быть, прав Александр Григорьевич Юртаев, который сейчас скажет сам, что он думает, но не только он так думает, что для развития Владивостока и южной части Приморского края надо вообще решительно выходить за пределы вот этого противоречия. Муниципалитет решил одно, краевая власть решила третье. Я думаю, что решительным толчком для развития Владивостока стал бы вывод города на федеральный уровень. И уже, наверное, эта мысль давно носится в воздухе, чтобы сделать Владивосток городом федерального подчинения. И потому что, еще раз скажу, как раз закон о свободном порте Владивосток примерно об этом и говорит. Да. Иначе мы так и умрем, вернее, не мы, а вот те инвесторы, на примере вот сидящего напротив меня Дмитрия Юрьевича, так и будут в недоумении пожимать плечами, потому что им нужно одно, а им предлагают другое. Именно потому что неразбериха законодательства. Я думаю, что только в этом может быть выход. То есть, видимо, городская агломерация Владивостокская, созданная несколько лет назад, уже свой исторический срок прожила. Давайте двигаться вперед. Александр Григорьевич, что вы скажете по этому поводу? Ну, это моя точка зрения. Это точка зрения, совпадая с точкой зрения специалистов, экспертов, скажем так, которые знают, как можно развивать геополитику здесь, как можно развивать здесь бизнес. И это и профессора ДФУ, это и старожилы города Владивостока, и управленческий аппарат. Эта идея поддерживается? Эта идея простая. То есть я сам виноват в том, что вылезли вот такие штучки, игрушки их называют, типа агломераций, свободного порта, еще чего-то, понимаете. То есть это полумеры, которые на сегодняшний день ничего для города не дают и для территории не дают. Это все как бы заигрывание с главной идеей. Мы хотим, чтобы Владивосток стал центром Азиатско-Тихоокеанского региона, и сюда пошли инвестиции не только ДНС. Вот он пример привел. Это да. Великолепная компания, которая работает как раз на инвестиции. А инвестиции от малых предпринимателей, инвестиции от иностранного капитала и так далее. Так давайте создавать условия. Об этом сегодня мы начали говорить, ну так, полумере. Задача власти — создать условия. Так вот, власть условий не создает. Вот передо мной лежит письмо посмертное нашего Якова Григорьевича Кана. Это когда на своем объединенном совете... Председатель Совета ветеранов. Да, председатель Совета ветеранов войны, так сказать, труда, вооруженных сил. Когда он обратился к Владимиру Владимировичу Путину с простой просьбой. Видя сегодня ту большую часть, которую делает центральная власть, я подчеркиваю, да, здесь, и хотит увидеть здесь действительно процветающую территорию, так. Они обратились. Давайте вернем полномочия. Вернем, я подчеркиваю, потому что город Владивосток всегда был субъектом Российской Федерации. Так. И в 90-е он был субъектом. Так. То есть он распоряжался землей, распоряжался водой, распоряжался ресурсами, сам ставил тарифы, сам все, что внешнеэкономическая деятельность, я сам занимался этими вещами. Понимаете, все это делал Владивосток. Потом в какой-то момент власть стала то криминальной, то полукриминальной, то непонятно какой. И кто сильнее, тот и прав. Как вы говорите, борьба албанских мальчиков. Борьба, да, борьба. Давай я сегодня в крае сильнее, за полномочия забираю. Понимаете, так полномочия еще в прошлом господине мэре, который был здесь, они были отобраны у Владивостока. Причем по договоренности с ним. Ну, понимаете? Это... По земле, по воде, по всему все ушло. Сейчас агломерация. Что такое агломерация? Ну, что такое агломерация? Ну, мы говорим о четырех районах, которые объединяют. Ну, это понятно. Но объявите вы субъект Российской Федерации, город Владивосток. Все. Тогда будет все понятно.
Понимаете? Тогда будет все ясно. Резонно, конечно, сейчас. Понимаете? Дмитрий, вы как считаете, вот эта идея правильная? Или вот с точки зрения вот и вашего опыта, это вот тоже лишнее будет шевеление в бумагах, в умах? Ну, представьте, Владивосток, будет порядок. Владивосток будет не будет столицей Приморского края, но он будет городом федерального подчинения, а столицей пускай будет славный город Уссурийск. Понимаете? Хочется процитировать тему там. А вы, друзья, как не садитесь. Но не в этом дело. Смотрите, мне все-таки кажется, что вот организационный дизайн может быть разным. Я вообще считаю, что идея с, там, города сделать федерального подчинения, она неконструктивна, и не надо это делать, так. Потому что все равно нам нужно налаживать нормальную работу и в том организационном дизайне, который вообще принят в Российской Федерации. Это федерация, субъект федерации и муниципальное образование. Ну так не получается что-то. Видите, тут так, то это много чего что не получается. Получается, да. И главное, будем что стараться, никогда что... все не получится. Надо так. Идти поступательно. И несмотря ни на что, надо все-таки говорить, что, ну, раз уж я инвестор, могу сказать, что Приморье все равно лучшее место для инвестиций. И, да вы не просто инвестор, ничего, вы просто славный житель нашего города. Ничего не помешает нам здесь реализовывать то, что мы хотим. Просто вопрос в том, что это может быть чуть более оптимально сделано, чуть менее оптимально. Придание городу Владивостоку статуса федерального не решит вообще никаких проблем. Вы думаете? Да, конечно. Ну, это само по себе, да, ну и что? Ну, тогда давайте все города, да, делать субъектами. Нет, не все самые не важные. А у нас сейчас, Александр Ильич... У нас три города сегодня субъекта. Это Москва, Санкт-Петербург и город Севастополь. Вот Севастополь, наверное, приближающий 200 тысяч населения, понимаете? Город. И там совершенно другое развитие. Разговор идет о чем? Конечно, с точки зрения, будем говорить, бизнеса, рассуждения, может быть, мы не понимаем, что такое субъект Российской Федерации, город федерального подчинения. Мы говорим о субъекте Российской Федерации. Когда все нормальные законы будут сконцентрированы в том месте, где они должны быть. То есть во Владивостоке, как центру развития АТР. Куда могут входить сегодня те территории, которые находятся рядом, потому что мы логистически уже связаны. Понятно. И с Находкой, с Надеждинском. За последнее время была попытка, вот все-таки вы говорите, что пускай попытаются, но эти попытки уже были. Вот у города были свои полномочия. Потом они ушли на уровень края. Потом с уровня края была создана еще попытка создать агломерацию, которая осталась на бумаге. Потом вмешался федеральный центр, сказал, что вы там делаете? Вы играете совсем не то. Вот вам свободный порт, вот вам Торы, которые требуют тоже совершенно. Ведь вы же прекрасно знаете, на уровне свободного порта и Торов действуют другие законы, чем за пределами. По-моему, это какая-то вот ерундень, на мой взгляд. Вот вы резидент свободного порта, да? Да, три раза даже. А что, трижды резидент? Звание. Вы разные проекты. Звание. Ну, молодцы. Вот какие там преимущества в самом деле, которых нет за пределами этого свободного порта? Почему вы именно в нем находитесь? Они же там есть по налогообложению, по платежам, по развитию. И мы хотим, чтобы такие же преимущества были на всей территории Приморского, хотя бы юго-приморского края. Приморья, да. Ну, так они субъекты Российской Федерации. Так они на всей территории юго-приморья про края действуют. Они это точечно действуют. Почему нет? Свободный порт Владивосток, так называемый, достаточно большая территория, куда входит много. И фактически все Южное Приморье и даже Спасск туда попадает, так что с этим отношением все хорошо. Так. И на сегодняшний момент действительно режим свободного порта это не порта Франка в том понимании, в котором... Конечно, исторически, да. И слава богу, кстати. Но на сегодняшний день этот режим это вообще лучший режим, который можно себе представить для белой работы вообще бизнеса в России. В стране, да? Конечно, и ничего большего, в общем-то, желать не нужно. То, что, может быть, одних просто условий недостаточно, ну и, опять же, надо делать поправку на то, что все сразу не происходит. Эти процессы, они достаточно инерционные. Мы видим, что каждый следующий наблюдательный совет принимается все больше и больше проектов, и мне кажется, это все-таки как некий снежный ком, он потихонечку будет раскручиваться. И все эти процессы, чтобы от момента запуска до момента получения результата, они имеют некую инерцию. Даже, понимаете, мы те вещи, которые начинаем делать, они все равно связаны со стройкой и с производством, это все равно годы, да? Пока запланируешь, пока построишь, пока запустишь. Вы тогда начали строить. Мы увидим
Ну, я думаю, чуть-чуть попозже. Давайте я уточню. Да. Когда вы начали строить свой логистический комплекс, это же было вне пределов законодательства о свободном порте. Да. Вы просто его начали строить и сказали, у нас есть, и мы готовы в него войти. Да. И вы сказали одну очень любопытную вещь. Ну, вот этот закон, в самом деле, может работать почти на всей территории Приморского края, хотя бы юга, но вопрос в другом. У тех, кого есть деньги. Нет. Стать резидентом могут не все, кто живут на этой территории. Да, здесь ладно, скорее... Все желающие. Подождите. Очень либеральные условия. Почему я не резидент? Почему он не резидент? Почему граждане, которые работают на остальной территории... Малые предприниматели. На них совершенно другие правила работают. Я тогда буду немножко адвокатом. Пожалуйста. Все-таки тема самого свободного порта Владивостока. Мне, кстати, очень нравится это название. Свободный порт Владивосток. Только за слово «свободный». Раньше был закрытый порт Владивосток, благодаря Высоцкому, так, его песенке. Можно, да, поставить плюсик тому, кто это придумал. Но вообще это режим для, как бы, особый режим для инвесторов, по большому счету. Так, и одним из условий этого режима означает, что ваши платежи в местные муниципальные органы, они снимаются, так ведь? Не совсем. И уменьшаются. Не все, да. Не все. И тем самым означает, что как раз муниципалитеты недополучают значительное количество денег, которые они могли бы получить. Вот в этом же одно из противоречий, о котором я пытаюсь сказать. В этом все-таки нет такого явного противоречия. Потому нет? что это, понимаете, как делить шкуру неубитого медведя. Ну да, их все равно нет, дохода что да, любить. Ну, это же льготы даются вновь открываемым и вновь привлеченным инвестициям. И поэтому здесь я тоже... Мы закрыли и открыли вновь под другим названием. Ну, все-таки нет, вот так прям не происходит, потому что, ну, все-таки это можно контролировать, и есть много условий, чтобы... этому противодействовать. То есть там я вот особого риска от этого не вижу. Тут есть немножко много других моментов, да, что можно было бы как-то в целом там поиграться с перераспределением налоговых поступлений. Но это, понимаете, все-таки, мне кажется, это несколько второй вопрос. А с точки зрения того, что это не для всех, это неправда. Вы тоже можете заняться инвестициями, и это будет тогда для вас. То есть, если условия, я создам новое предприятие, конечно, да? А вот то, как раз о чем мы говорили перед эфиром, что есть человек, который создал с нуля небольшое предприятие, которое выпускает аэроботы. Оно уже существует там, наверное, лет 7-8, может быть, 10. Ему что делать? Ему перерегистрироваться? Да, работать дальше. В чем проблема? Но у вас же преимущество некоторое есть по платежам за ту же землю, если понимаете, ошибаюсь. Это же не абстрактное преимущество, не абстрактный бизнес в целом. Да? У каждого направления бизнеса есть... То есть конкуренция происходит по конкретным направлениям бизнеса. Ну, конкуренция мне понятна. Понимаете? И здесь же вопрос только в конкуренции. Нет. Я говорю вот о чем. Я думаю, не в конкуренции. Я как раз внимательно следил за тем, какие решения принимались на первых попечительских советах. Один из главных вопросов – территории муниципалитета, если от них уходит бизнесмен и говорит, а я теперь в свободном порте, Владивосток, они теряют доходы. То есть, может быть, все-таки намного проще было объявить всю территорию Южного Приморья этой зоной свободного порта, как субъектом, и не было бы этой мороки. Знаете, как раз за счет роста бизнеса муниципалитеты адвокатом. Получили бы доходы, которые они теряют. Не совсем я с вами согласен, потому что, понимаете, у всех решений, то есть как все палки, они все там имеют два конца. Конечно. И в данном случае решение, мне кажется, все-таки не такое уж плохое, потому что сказано, что да не вопрос. Если вы считаете, что существующий бизнес будет как-то ущемлен за счет того, что будут появляться новые резиденты, то ответ на этот вопрос дан. Он говорит, развивайтесь, существующий бизнес развивайтесь, и не будет у вас никаких проблем с конкуренцией. Подождите. Поэтому это хорошая стимул. Подождите, вы сейчас говорите немножко как... Нет, вы правильно говорите как бизнесмен. То есть я поясню просто публике. Дмитрий Юрьевич говорит вот о чем. Если у вас есть, условно говоря, маленький заводик кондитерский вне зоны свободного порта, и есть маленький кондитерский заводик в зоне свободного порта. Так вот, в зоне свободного порта бизнесмен несет меньше издержек. У него, условно говоря, ниже себестоимость продукции. Так вот, бизнесмен, который остался вне этой зоны, он должен лучше работать, чтобы его продукция была вкуснее развиваться. И продавалась лучше развиваться. Это стимулирует конкуренцию. Конечно. А я же говорю о другом. О том, что территории теряют на этом споре. Да, теряют. Вот вам история свободного порта. Это 12-й год, обращение к губернатору Микулшевскому. От имени?
От имени Юртаева Александра Григорьевича, народного депутата. Так, ну, ты будем говорить, и морского собрания. Отпустить корабль город Владивосток, свободное плавание. Да. Вот, вернув ему полномочия, которые были забраны незаконно, понимаете, которые были переданы за счет какого-то сговора определенных, в том числе и криминальных структур. Вот и все. Так. Понимаете, верни полномочия Владивостоку, мы готовы сегодня давать территории, развивать, создавать свободные порты, там что угодно и так далее. У Владивостока это все было забрано. Понимаете, вопрос, я помню. Разговор о чем идет? Мы говорим о каше какой-то, понимаете? Свободный порт, агломерация, блин, какая-то территория. Власть не создала условий, не создает. Каша. Разговор идет о системе, которую надо создать, которая бы давала, развивала и, в конце концов, привлекала. Я даже вспомнил слово многоукладное хозяйство. Да, и поэтому на сегодняшний день прокурор протестовал, да, агломерацию. Это 497 закон. А потом уже и Верховный суд утвердил, что положение агломерации, которые там написаны, там и второй, и четвертый, там и там подготовка утверждения прав землепользования, все остальное, оно должно вернуться в муниципалитет. То есть мы так и будем в пинг-понг играть? Или, в конце концов, хватит сегодня политической воли у губернатора, хватит политической воли у полпредства, так сказать, у Юрия Петровича? Подумайте, сказать, слушай, мы тут экспериментировали, пусть сегодня в экономическом плане закон о свободном порте останется, но мы его возьмем и дадим статус Владивостоку как столицы Приморского края. До сих пор, кстати, не получим. До сих пор Владивосток не столица, в отличие от Хабаровска. Мы сегодня говорим о той через полосице законов, которая сейчас свалилась на город Владивосток, который одновременно является муниципальным, да? Да, муниципалитет одновременно является там актором, участником агломерации Владивосток, Большой Владивосток. Одновременно на его территории является режим зоны свободного порта. Ну, все идеи ушли от моего обращения по так, нашему этому. И у нас сегодня чрезвычайно важный для нас человек, который создал все идеи по развитию Владивостока, это Юртаев. И очень толковый, тоже важный человек, это Алексеев Дмитрий Юрьевич, который возглавляет ДНС в качестве директора и еще занимается другой полезная общественная деятельность. И все-таки мы говорим о том изначально, что попытка создания агломерации Владивосток, она была исторически, может, оправдана. Потому что тогда мы могли только гадать, будут ли законы о развитии Дальнего Востока в целом, и появится ли закон о территории опережающего развития и закон свободного порта Владивостока. Потому что ведь проблема в том, что одно из главных противоречий, Александр Ильич, я до тебя говорю. Да. Не в том, что Верховный суд нашел противоречие между тем, что муниципалитеты забрали то, что не должны были забрать по закону, а еще и в том, что новый закон о свободном порте Владивосток, этот закон также вступил в противоречие с законом о создании, да, о перераспределении полномочий о Владивостокской агломерации. Да. Вот в чем дело. Да. И мы сейчас говорим о том, что надо, видимо, решиться и, может быть, краевому законодательному собранию в самом деле попытаться провести нормальное слушание и инициировать какое-то вот, ну, принципиальное новое движение вперед, чем топтаться, забрать, отдать, отдать, забрать, вернуть, переделить. Вот мне все-таки кажется, что нужно... И поделить. Самое главное, что понимать, так это то, что перераспределение полномочий не есть движение вперед. Ну, знаете, я согласен, вот может быть. Проблема не в том, что кто-то там передает туда или сюда полномочия. Опять же, никуда вот трехуровневая структура не денется. В Москве да, есть муниципальное образование точно так же. Да. А вопрос в том, что может быть разный дизайн организационный. Проблема в том, что он должен подстраиваться под некие цели более вещественные. Да. Мы должны развивать город, он должен увеличиваться. Я считаю, что он должен расти в размерах, в населении. Концентрировать это население нужно. И, соответственно, это и есть развитие. А вот эти вот нюансы, кто будет распоряжаться рекламой, это... А кто землей? Это немножко похоже больше на такую возню по полномочиям и в отсутствии как раз вектора на развитие именно настоящего вещественного. Это всегда будет пинг-понг полномочий. Я согласен. А как бы вы видели тогда? Или вы считаете, что вот сейчас достаточно вот этих трех противоречащих друг другу законов? Или все-таки можно что-то упростить? Нет, просто отнять и поделить, а упростить? Ну,
Вот, понимаете, жизнь, особенно связанная с земельными вопросами, ее, конечно, очень хочется упростить, но она действительно сложная. Интересов там много. Чтобы ничьи права не были нарушены. Одним росчерком пера это все, к сожалению, не упростишь. Если бы можно было бы издать такой закон, что все, товарищи, с завтрашнего дня все должно быть хорошо, то его, конечно же, надо было бы издать. Но закона такого издать невозможно. Сейчас, у меня есть хороший пример подобного закона. Если не ошибаюсь, парламент Республики Италия лет 15 назад принял очень интересный закон, по которому, если в течение 3 лет местные власти не опротестовали строительство какого-то там на участке самостроя, то они уже больше туда и не должны нос совать. То есть они обязаны зарегистрировать это домостроение, и пускай с него человек платит необходимые налоги. Мне кажется, что проблема, опять же, не в этом. Вот да. Как-то я помню, с общественностью мы встречались с департаментом земельных отношений нашего. Это не общественность. А, вы... Да, встречались, просто была встреча. Я задал вопрос представителям департамента, а какая вот цель у вас деятельности вашей? Они сказали, не ошибиться, не пойти под суд, нет? Они сказали, а у нас нет цели, мы выполняем государственную функцию. Вот. Вот в этом-то вся проблема, понимаете? И проблема не только в этом. Проблема в том, что Путин говорит, давайте развиваться. Вот сегодня на территорию, я это слово терпеть не могу, Дальний Восток, Тихоокеанскую Россию, мы все вложим, чтобы сегодня 3 миллиона человек было, понимаешь? А местные чиновники этого не выполняют. Не выполняют сегодня те органы, которые этим должны заниматься. Они создают сегодня иллюзию. Понятно. Агломерации, мации и так далее. Тогда получается, что вот этот же посыл задает руководитель, да? Условно говоря, был один руководитель департамента. Не так давно он должен был поменяться, потому что ушла в отставку. Знаете, мне кажется, что посыл все-таки, задается закон. Задается не руководитель, я, может быть, идеалист, но мне кажется, что этот посыл должен задавать в широком смысле этого слова гражданское общество. Мы с вами, горожане. То есть вы, как директор ДНС, доносить. Не командуете своим ДНС, а ждете гражданского общества, из просто потребителей. Я думаю, что надо разделять понятие менеджмента и понятие... Менеджмент узко. Да. Все-таки владеем мы как граждане, Приморским краем, я вот с этой точки зрения. И должны... Хотелось бы так думать. А почему? Это же все зависит только от нас, как мы с вами думаем. Вот. Я вам предлагаю думать именно так. Вот, спасибо. Правильно сказал, и я сейчас продолжу мысль. Пожалуйста. На сегодняшний день, если мы граждане, мы должны быть объединены. Вот территориальное общественное самоуправление, которое мы сегодня предлагали, ТОСы так называемые. Это самая низовая часть, которая бы не дала сегодня Бестужева 40, которая бы не дала многое-многое другое. Совершенно не развито в Владивостоке никак. Понимаете? То есть есть попытки создания, даже регистрации нету ТОСов. Хотя в Новосибирске их 250. Так. Есть совет при главе администрации Новосибирска, там, где они заседают. Есть в Уссурийске уже, где мы, кстати, проводили учебу по этим ТОСам. В Владивостоке нет. Так вот, структура власти, она простая. Вернуться к идеальной, нормальной, жизненно хорошей структуре, которая была у нас вот в 90-е годы, администрация города и районы. А вот районы сегодня 180 тысяч только Первомайка. Посмотрите на сегодняшний день, какие у них полномочия. Никаких полномочий. Они же упразднены вообще. Они упразднены, стали атушниками. Это при старом мэре, который упразднил районы. Вот откуда пошло-то все. Стали упрощать, стали убирать. А в Хабаровске работают. Владивосток один из немногих городов, где с помощью в том числе и криминала в 2005-2006 и так далее годах были убраны районы, сделаны АТУ, так называемые, понимаете, дали, забрали полномочия в город, но населению эти полномочия обратно, вернее, услуги не вернулись, понимаете, они были потеряны. И на сегодняшний день у города забрали и землю, и воду, и все-все, что можно забрать, и тарифы, которые они могли утверждать, и все остальное. То есть на сегодняшний день город Владивосток стал просто какой-то территорией, понимаешь? Он даже не развитие, а стагнации, понимаете? И если сегодня мы говорим, а вот мы сейчас одним агломерацией подымем, там, повысим и углубим, да ничего не получится, понимаете? Это каша получается, потому что вы забрали полномочия свободного порта. Давайте мы тогда еще какой-нибудь придумаем. Да не надо ничего придумывать. Давайте остановимся, полшага назад сделаем, примем решение и попросим сегодня президента наделить полномочиями Владивосток субъектом Российской Федерации, как это было раньше, понимаешь? Как это было в 90-х даже было.
и все встанет на свои места. Хорошо. Тогда ему не надо будет ходить указывать и доказывать. А тогда сама директор департамента земельных ресурсов, она будет рыть землю, чтобы что-то дать. Я работал в администрации района, города и края. И я работал на конечный результат. Меня никто не спрашивал сегодня. Не на процесс, да? Да, конечно. Я должен был, если я занялся сегодня обеспечением, питанием жителей, я обязан организовать ярмарку. Как я организую это? Я делал конечный результат. Понятно, понятно. Вы сказали одну очень важную вещь. Может быть, сейчас Дмитрий Ильич меня поправит. Но я хочу вернуться все-таки к идее персонификации власти. Я был бы согласен с Владивостокской агломерацией, если бы я знал, а кто ее возглавляет? Кто этот человек, который принимает решения, собирает заседания, совещания, говорит, ребята, давайте обсудим, и направляет вектор развития? Я этого человека не знаю, потому что попытка была создать из глав муниципалитетов объединенных при еще представительстве краевой администрации, по-моему, она все-таки вот, ну, если скажу, провалилась, они обидятся, но она не работала, это будет точнее. Это хороший вопрос, да. Да, вопрос хороший. В принципе, опять же говорю, что организационных дизайнов может быть много. Да, это вы уже, это ваша любимая фраза. Теоретически можно представить себе какого-нибудь вице-губернатора, ответственного за агломерацию, который бы решал бы этот вопрос. Тогда мэра, главы агломерации в чине вице-губернатора, наверное, вот так. Нет, да нет, вот, агломерация на сегодняшний день, она имеет три направления. То создано КГУ, так называемые. Краевые государственные. Ну, они там, же там три или четыре. Центр развития территории, там центр, еще агентство продажи муниципальных земель. А, нет, это был, который входил. Это вот то, что осталось от агломерации. Центр три развития территории. То есть созданы... Ничего остального нет. Нету. И боюсь, что эти центры, как скажут многие, они работают. Они сейчас будут искать себе чиновник сразу. Вот назначили вас сегодня, назначат чиновникам, сказать, ну давай, центр развития территории свободного порта. Ну-ка давай-ка занимайся. И вы сегодня, Андрей Владимирович, придумайте себе обязанности, сделайте инструкции, поставите штат, будете таскать деньги с бюджета, понимаете, и делать умное лицо и говорить, я сегодня великий, назначу, да. Я сегодня агентство инвестиций предлагаю, а мы... По привлечению инвестиций. Да, мы сегодня как дадим инвестиции, мама хорошо. Не горюй. Мы сегодня попытались поговорить в самом деле об очень важных и сложных вещах, о том, как законодательство на разных уровнях противоречит друг другу. И я считаю, что вот это мешает развитию нашего города. И вот пока у нас сейчас была рекламная пауза, мы начали думать, а как тогда определять, что такое развитие, сказал Дмитрий Ильич. А что такое развитие? Как вы будете отчитываться? И я думаю, он абсолютно прав. Давайте представим себе, что в самом деле вот идея, которую поддерживает Александр Григорьевич Юртаев, она осуществилась. Вышел указ президента о том, что Владивосток стал федеральным городом. Указом это не решается. Так, подождите. Нет. Представим себе. И дальше мы скажем себе, ну вот указ вышел, ладно, там поменялось законодательство. А чего мы хотим дальше? Поможет ли нам вот такое перераспределение полномочий в самом деле развитию? Тогда возникает вопрос, который вы и поставили. А что такое развитие? Ради чего мы сейчас говорим о законах, о том, кому отдать законы, полномочия, кому их забрать? Мы говорим только ради того, чтобы понять, как нам развиваться. И совершенно правильно сказал мой коллега, мой сегодня участник программы Алексеев, что давайте представим, что нам нужен город Владивосток с населением 1 миллион человек. И уже эта цифра будет говорить о том, что здесь есть жилье, здесь есть работа. И вот только эта цифра будет говорить о том, что у нас развитие города произошло, да? Как этого добиться? В рамках нынешних противоречивых законов, в рамках нового законодательства? Ну, наверное, мы за две минуты не скажем, как этого добиться. Мы, может, дай бог, продолжим этот разговор. Я вот, опять же, про то, субъект, не субъект. Да. Вопрос должен стоять так, что нужно иметь какую-то цель реальную, и к ней идти, и оценивать развитие по мере продвижения к этой цели. Так, ну, вот наша мне цель кажется, миллион. Что цель, там, ближайшая, самая ближайшая цель, это сделать... Там единственный на Дальнем Востоке миллионный город, который, соответственно... То есть не привлечение инвестиций, не проведение здесь разных ярмарок, результатом должно быть город-миллионник. Да, потому что привлечение инвестиций, оно нужно для того, чтобы... Это процесс. То есть в конечном итоге все же очень просто. То есть мы должны сделать, я считаю, мы должны сделать, подумать как-то о людях и сделать комфортным город для людей. Так. А уже все инвестиции, законы, там еще более, бог знает что, нужно только для того, чтобы сделать... Кто должен эту цель тогда поставить перед организационной структурой? Ну, мне кажется, что это делается только на краевом уровне, и поэтому, собственно, как раз выдирание куда-то еще Владивостока на... Федеральный уровень — это совершенно неправильная лишняя задача. Возможно. Да. Ну, что вы думаете? Я думаю так, что главная задача, чтобы был город-миллионник. Так. Мы согласны, цель нормальная. Хочу город-миллионник. Только за 5 лет, да? Так, надо... Подожди. Чем быстрее, тем лучше. Да. Но надо создать условия. Так. То есть сегодня созданы условия для малого и среднего предпринимательства? Не созданы.
Да ладно, дикая, ничего не создано. Я вам говорю, вот... малые предприниматели стоят, они сегодня самая высокая аренда у нас, понимаете? По всем делам. И вот про офисы говорят, дай бог, чтобы там нулевая была или какая-то. Знаете, почему чиновники часто говорят о создании условий? Так, почему? А потому что это такая, один из наиболее безответственных вид деятельности. Я создал условия? Я создал условия для привлечения инвестиций. А почему инвестиций нет? Нет. Да инвестор какой-то пошел не тот. Под те условия. Поэтому... Сейчас. Мы согласны с тем, что сказал Юртаев, что у нас невыгодная среда для развития малого и среднего бизнеса. У нас лучшее просто вообще. Владивосток — это лучшее место для развития бизнеса. Ты не бизнесмен. Нет, я считаю, что моя точка зрения, мы вместе входим в опору России, но тем не менее, я считаю, что ходить по коридорам, то есть вот тут говорит, мы пришли, вот агентство инвестиций, мы подали документы, вот пример крупного предприятия, скажем так, огромного предприятия, которое этим занимается. Какую сумму денег вы хотели внести в развитие Приморского края? Ну, миллиарды, скажем так. Я же спрашиваю инициатора. Нет, о какой сумме шла речь? Этим проектом здравствуйте, я инвестор, у меня есть сколько? Миллион рублей, миллион долларов. Не менее 2 миллиардов рублей вкладывать ежегодно в развитие. Ну и будем их вкладывать. На самом деле, надо понимать такую вот штуку, что для предпринимателя вообще все эти условия — это все очень вторичная вещь. Наверное, есть спрос, все рынок. Все определяется, в общем-то, уровнем конкуренции, ну и некими перспективами. У нас в Приморье, в Владивостоке, тем более, с этим вообще все замечательно. Потому что конкурентов нет. Сказочные перспективы, и очень мало плохо с конкуренцией. Это означает, что вы тем самым признаете то, что Юртаев отчасти прав. У вас нет конкурентов, потому что не развита бизнес-среда. Конечно. А она не развита, потому что нет людей, которые... Конечно. Нет. Говоря сегодня о условиях, как пресловутых, о которых мы говорили, а я утверждаю, что все вопросы местного значения начинаются с условия создать условия для развития транспорта, инфраструктуры. Это все в законе 131 написано. Это все есть. Так вот, на сегодняшний момент, если бы вот идеальные условия, если бы был наш субъект Российской Федерации, Владивосток, сегодня не просто одно окно, а сегодня наши любимые чиновники подготовили пакет документов. А. Для его проекта. Б. Для развязки Небота Тихая, где там стоит 130 тысяч, готовы построить. Для Парсата речки объяснения, для этого искали. Вот, ребята, готовые документы со всеми. Разве это было бы плохо? А это можно только достичь. Не лебедь, рак и щука. Сегодня агентство, завтра это, послезавтра туда. А только когда система развития. Это две разные вещи. Он говорит о бизнесе. Я говорю о системе развития конкретного государственного управления, которым должны заботиться чиновники высшего ранга. Понятно. Высшего, и в первую очередь губернатора. Понятно. Осталось только решить, почему чиновники субъекта Федерации Владивостока будут другими, чем Приморский край. Они будут другими, потому что будут другие функции. Стоп. У нас время истекло, иначе мы совсем запутаем нашу публику. Итак, мы начали с того, что законодательство противоречивое. Слава богу, что эти противоречия сейчас отчасти прокурором опротестованы судом подтверждены, и какие-то полномочия вернулись на уровень города Владивостока и других муниципалитетов, которые входят в агломерацию. Но это недостаточные полномочия. Нет. Вот как я понимаю ситуацию, возможно, я не прав, мне кажется, что в самом деле сейчас власть не персонифицирована, ответственность не персонифицирована, никто не ставит перед собой задачи развития либо города, либо юга Приморья, и отвечал бы за это репутацией, хотя бы, скажу так, если не уж положением. И в-третьих, что, как мне кажется, все-таки законодательство должно решить, кто решает, кто определяет, как развиваться югу Приморского края. Пока это аморфная система, и это, мы должны были об этом поговорить, потому что иначе люди пожимают плечами и не понимают, есть у нас мэр, нет у нас мэра, землю дает не администрация города, почему нужно идти туда, путаница сохраняется. И вот я благодарю сегодня для участия в этом разговоре наших гостей. Это Дмитрий Юрьевич Алексеев, один из директоров ДНС, или директор ДНС, и народный депутат Думы города Владивостока, хотя такого, по-моему, звания еще нет, Александр Георгиевич Юртаев. Спасибо, что вы нас слушали, надеюсь, вы что-то поняли. Все документы вам передам обязательно. Все документы.